Приготовление фасолевого салата с грибами. Для этого салата нам потребуется фасоль, грибы, лук репчатый, майонез, зелень, чеснок, соль, перец. Фасоль нужно замочить на ночь и отварить. Можно также использовать консервированную фасоль. В этом случае ее нужно только промыть. Лук и грибы нарезаем и обжариваем до золотистого цвета. Смешиваем с фасолью и нужно заправить майонезом. Добавить зелень. По вкусу добавить чеснок, соль, перец. Салат готов. Приятного аппетита!